Сама процедура несложная. Находим услугу на портале госуслуг «Запись в школу». Для родителей будущих первоклашек процедуру подачи документов в школу сделали простой, как 2×2=4. Прием заявления начнется 1 апреля, но уже сейчас можно на сайте государственных услуг создать черновик и в день приемной кампании сделать всего один клик. Сама запись у нас по прикрепленной территории осуществляется с 1 апреля по 30 июня. После 30 июня образовательные организации начнут формировать уже список на зачисление, получается, с 1 июля по 5 июля. А с 6 июля стартует второй этап записи уже заявителей по незакрепленной территории. В середине лета будет подавать заявление Денис Кузнецов, папа первоклашки Вари. Сейчас готовит все необходимое к этому моменту. Подобной услугой Денис уже пользовался. Записывал дочь на кружки в центры творчества и оценил удобство сервиса. Не нужно ходить в школу, не нужно подтверждать документы. Если я, соответственно, как я уже говорил ранее, добавил ребенка, система его автоматически проверит. И я потом его просто выбираю в момент подачи заявления и нажимаю кнопку «Отправить». Удобную версию услуги запустили еще в прошлом году и, успешно пройдя тестовые испытания, усовершенствовав все процессы, пустили в полномасштабную работу. В самой форме будет уже информация о реквизитах всех необходимых документов, то есть нужно будет просто подтвердить их правильность. И там буквально порядка 10 шагов. После нажатия на кнопочку «Отправить заявку» эти документы сразу же попадают в образовательное учреждение. Давайте еще раз эти фразы найдем, ребят. Давным-давно найдите, там есть еще подсказка, почему они жили бедно. Вместе с мамами и папами готовятся и сотрудники школ. Проводят собрания с родителями будущих первоклашек, отвечают на все вопросы. В Ульяновской школе номер 6, например, готовят 4 первых класса на будущий учебный год, в которых предварительно станут учиться 60 человек. Часть детей уже проходили у нас подготовку к первому классу в течение полугода. С октября месяца сейчас уже подготовка практически заканчивается. То есть мы примерно, кто к нам приходил, мы знаем уровень подготовки детей и, конечно же, не отказываем никому для того, чтобы поступить к нам в первый класс. Уже сейчас на портале набралось 4500 черновиков, а профильное министерство готово принять в первый класс более 14 тысяч школьников. Мест за партой хватит всем. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73.